Вот у нас с виноградом вот такое каждый год происходит. Начинают желтеть стремительно листики. Желтеют, потом вот так вот сохнут. Вот такой прям страшненький он становится, виноград. Такое безобразие, прям страшно. Я, конечно, немножко запустила в этом году. Здесь вот совсем прям сушняк такой сильный. Единственное, что я вот делаю, я просто беру железный купорос, пакетик 200 грамм, разбавляю на ведро воды и просто по листикам опрыскиваю. Вот это единственный выход у меня. Я уже так вот приспособилась. А что это за болезнь? Я не знаю, нехватка железа, наверное, или что. Я в этом году немножечко запустила его. Некогда было. Это было раньше это делать, при первых признаках, когда только-только начинает желтеть. Тогда быстрее можно это все сделать. Словно осень прям. Такие желтенькие. Теперь вот я буду опрыскивать виноград. Беру для этого железный купорос. Именно железный. Вот эта пачка здесь 200 грамм. Да, 200 грамм. Я ее разбавляю, размешивая с 10 литрами воды. Просто в ведре размешаю деревянной палочкой. Немножко она постоит. И потом наливаю в этот распылитель. И буду сейчас обрабатывать виноград. Вот прошло 10 дней, как я опрыскала железным купоросом. Вот, в принципе, новых желтых листиков нету. Есть старые, которые были желтые, они уже вот засохли, они опадут. А новых, вот, в принципе, нет желтых. Вот. Стал даже виноград немножко спеть. Ну, в принципе, это что я касаюсь вот этим каждый год. Вот здесь у нас тоже все зелененькие стали. И просто сухие, без желтых листиков. Вот это вот самый такой вот и безопасный способ, доступный, недорогой.